Здравствуйте! Санаторий Ясельда предлагает лечение и оздоровление дыхательных путей в ингаляторе и в кабинете галотерапии. В нашем ингаляторе используются небулайзерные ультразвуковые аппараты для распыления лекарственных веществ. Преимущество – глубокое проникновение в дыхательные пути, максимальная эффективность. Синхронизировать вдох и выдох при работе небулайзеров не надо. Вдыхать можно через мундштук или маску. Используем физиологический раствор – септомерин, бирдуал, лазолван, ацетилцистеин. Предлагаем масляные ингаляции, а также ингаляции с прополисом. Это галокомплекс. Здесь соблюдается режим соляных шахт. Как любая медицинская процедура, галотерапия проходит производственный контроль в Центре гигиены и эпидемиологии. Специальное оборудование распыляет соль до мелкодисперсной взвеси. Вдыхание такого аэрозоля благотворно влияет на верхние и нижние дыхательные пути, очищаются бронхи и легкие. Процедуру предупреждают бронхоспазм, уменьшается аллергия. Галотерапия показана не только при хроническом бронхите, бронхиальной астме, но и при снижении иммунитета, частых простудах. Оставайтесь здоровы!